Представляем пособие по молекулярной биологии для подготовки к ЕГЭ. Наше пособие имеет теоретическую часть, которая построена в виде структурированных конспектов. В основном это таблицы, в которых информация предлагается, и ее можно читать как по вертикали, так и по горизонтали. Читая по вертикали в таблицах, мы узнаем о, например, какой-нибудь нуклеиновой кислоте, ее свойства, структуру, функции, где местоположение в клетке. Но читая таблицу по горизонтали, можно сразу находить сходства и различия между разными нуклеиновыми кислотами ДНК и РНК. В пособии также много рисунков, схем, даны описания. Приведена информация справочного типа, ну, например, это таблица генетического кода, указаны правила работы с этой таблицей. В пособии рассматриваются вопросы, которые касаются химического состава клетки. Затем рассматривается строение клетки, различных органоидов, их особенности, характеристика и выполняемые функции. Следующий раздел – это метаболические процессы. Все, что посвящено обмену веществ и превращению энергии в клетки. Подробно расписаны такие процессы, как биосинтез белка, расписан подробно фотосинтез и энергетический обмен, и есть краткая информация о хемосинтезе. Вторая часть пособия – это задания, которые предполагают тренировку и проверку своих знаний. Изучая ту или иную тему, можно открывать вторую часть пособия и прорешивать задания разного типа, разного уровня сложности. Все задания приведены в соответствии с актуальной демоверсией контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии. То есть это задание с использованием, например, рисунков, схем, это задание на установление соответствия, задание на множественный выбор двух или трех ответов из пяти, соответственно, или шести предложенных, это заполнение недостающей информации в таблицах, работа с графиками, диаграммами, работа с текстами. И, конечно, большой блок для практики, для тренировки – это решение задач по молекулярной биологии на энергетический обмен, пластический обмен, а также на подсчет количества хромосом и молекул ДНК на различных фазах и этапах развития клетки. Ну вот тема, которая посвящена делению клетки – митоз, мейоз – и вся теоретическая часть находится в другом пособии, в пособии генетика. Поэтому вы найдете информацию по этим темам в пособии генетика. Также в конце пособия даны подробные ответы и комментарии ко всем заданиям. И в помощь вам есть еще у нас тренировочная тетрадь по молекулярной биологии. В первой части тетради рассматриваются примеры решения различных задач с подробными комментариями, с правилами оформления. Вот. А вторая часть тетради – это тренировочные задания. В тетради есть тексты заданий и также есть место, где вы можете оформлять ответы. В конце можно свериться, правильно решена задача или нет. И таким образом тетрадь по молекулярной биологии дает возможность потренироваться в решении задач. И в конце, если вы прорешали все задачи, вы получите вот такое методическое пособие, где у вас будут не только правильные решения и записанные комментарии, вы в любой момент перед экзаменом можете повторить, как-то проанализировать, систематизировать свои знания.